Два года не голосовала за ганебный бюджет, и за третий год мы не собираемся это делать, потому что это просто позор. И вы видите, они торгуются уже, ну, хоть два голосочка, Батьковщина, ну, пожалуйста, ну, дайте, не хватает голосов. Коалиция, я смотрю сейчас за те законы, которые до бюджетного голосуют, там, 170-180 голосов, докупают голоса у групп, докупают голоса у позафракционных депутатов, обещая на округа и прочее. Но я хотел бы закончить одну мысль насчет этого бюджета. Посмотрите, пожалуйста, внимательно динамику. У любой коалиции, у любого уряда, вот любой студент-политолог может сказать, три этапа существуют. Первый этап важный, впроваджение реформ. Очень сложные реформы делаются, пока у тебя есть рейтинг. Второй этап, это ты проводишь уже мелкие реформы, стараешься довести свою состоятельность. Угу. Третий этап существования любой коалиции, любого уряда. Чтобы переизбраться, ты повышаешь пенсии, повышаешь социальные платежи. Мы сейчас видим просто бюджет и вся эта риторика предвыборная. Люди стараются перед будущими выборами что-то предъявить избирателю.